10 ноября в России свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. В день полиции губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы Владимир Васильев поздравили полицейских Верхневолжья и вручили представителям подразделений полиции ключи от новых служебных машин. Также в этот день отличившимся сотрудникам ведомства вручили государственные награды. Тему продолжит наш корреспондент. Автопарк правоохранителей Тверской области пополнился 16 служебными машинами. Ключи от автомобилей вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Участковый уполномоченный полиции из Вышнего Волочка Руслан Воробьев в профессии 2 года. В его ведении 7500 человек в 6 населенных пунктах. Говорит, что машина станет хорошим подспорьем в работе. Поможет как минимум ускорить процессы реагирования по обращениям граждан. Получится более качественно и быстро оповещать их о каких-то моментах интересующих. Ускорит процесс трудовой деятельности. В этот же день состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи сотрудникам ведомства были вручены федеральные, региональные и ведомственные награды. Так, почетной грамоты губернатора Тверской области удостоен старший участковый Заволжского отдела полиции Твери, капитан полиции Андрей Батунов. Говорит, что главное в работе – это быть отзывчивым. Всегда помогать гражданам. Быть как минимум психологом, кому-то быть как родители, кому-то быть с кем-то построже быть. В общем, нужно быть ближе к гражданам. Медалью Министерства внутренних дел Российской Федерации за безупречную службу вручили Ирине Аль, заместителю начальника отдела управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области. Очень приятно, что замечает руководство, что работаешь и оценивают твои труды. Но любые успехи, они не достигаются без коллектива. Поэтому, конечно, благодаря службе со своими сотрудниками, то, что они плечом к плечу со мной проходили, наверное, это награда. Меня и нашла. Как подчеркнул Игорь Руденя, в зоне постоянного внимания органов внутренних дел находятся вопросы обеспечения безопасности стратегических объектов, ключевой инфраструктуры Тверской области, жителей, а также борьбы с киберпреступностью и нелегальной миграцией, профилактической и надзорной работы с молодежью. Ваша эффективная деятельность является важнейшим условием решения стратегических задач по обеспечению безопасности наших граждан, сохранению общественного правопорядка на улицах, в районах, в деревнях и селах, городах нашей области. И, конечно, устойчивому экономическому развитию всего Верхневолжья. Депутат Государственной Думы Владимир Васильев поблагодарил специалистов управления за профессионализм, четкое выполнение поставленных служебных задач, а также подчеркнул, со стороны региона правоохранителям оказывается всесторонняя поддержка. Нам с вами, коллеги, доверие, в первую очередь, народ, государство, президент, выполнять благороднейшую миссию. Вы смотрите, лучшие фильмы по всем мире. О ком? О вас. Никого другого нет, героев. Никого. За 9 месяцев этого года на территории региона на 17% снизилось количество преступлений по сравнению с прошлым годом. Уменьшилось и число особо тяжких преступлений, краж, а также правонарушений, совершенных в общественных местах. Многие годы сегодняшний праздник является важнейшей датой для сотрудников органов внутренних дел нашей страны. Этот день объединяет судьбы многих поколений людей, избравших главным делом своей жизни защиту закона, справедливости, чести и достоинства человека, преступных посягательств. И сегодня поздравляю всех, кто днем и ночью стоит на страже правопорядка, храняя покой граждан, обеспечивая мирную и созидательную жизнь. После поздравлений и торжественной церемонии сотрудники органов внутренних дел снова возвращаются к работе. Ведь от их профессионализма и добросовестного исполнения обязанностей зависит уверенность простых граждан в своей безопасности.